65-летняя женщина погибла в результате серьезной аварии, произошедшей в селе Речи в Рыжканском районе. По данным полиции, микроавтобус под управлением 60-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем дачи, за рулем которого был 65-летний мужчина. В салоне авто также ехала 65-летняя женщина. От полученных травм пассажирка скончалась до приезда скорой помощи. Полиция возбудила уголовное дело для установления всех обстоятельств.